В Славянске на Кубани прошел фестиваль искусств «Радуга». В нем приняли участие самые талантливые юные дарования из Славянского района, победители муниципальных, краевых и даже всероссийских конкурсов. В течение 2 месяцев шла подготовка к районному фестивалю искусств «Радуга». В финал муниципального этапа конкурса попали лучшие из лучших – победители и призеры творческих конкурсов, проводимых в течение года. А их было немало. Цель этого мероприятия – прежде всего выявление и развитие детской одаренности, детского творчества. Мы таким образом находим наших юных звездочек, талантливых детей. Порядка 1000 юных славянцев оказались финалистами муниципального этапа фестиваля, около 700 – зонального. Юные дарования демонстрировали все свои таланты. Это воспитанники вокальной группы Центра развития творчества Станицы Петровской «Веселая компания». Самому маленькому ее участнику всего 4 года. По словам руководителя группы Ксении Кияшко, научить петь – это, конечно, основная, но не самая главная цель в их занятиях. Помимо нашей основной деятельности вокальной, мы развиваем у самых маленьких деток чувство ритма. Детки общаются друг с другом, они становятся коммуникабельными, более развитыми, артистичными, веселыми. Естественно, это духовно-нравственное воспитание ребятишек. По итогам районного этапа фестиваля победителям были вручены грамоты и памятные призы. До конца мая подведут итоги фестиваля на краевом уровне и назовут имена лучших. Возможно, среди них окажутся и славянские ребята. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».